Я хочу переплыть Волгу-матушку. И вот она, Волга. Хочу вон туда. Я готов. Саппорт накачан, гермешок с электрооборудованием сложен, со всякими квадрокоптерами, камерами и так далее. Все, стартуем. Стою в центре фарватера, здесь глубина крутая, приплыл вот к такому вот сооружению, сейчас причалю, потрогаю берег и обратно. Все, ребят, Волгу пересекли, изи, вообще без проблем, кстати, меньше часа, это со съемками, с запуском квадрокоптера, вообще без проблем. А на этой стороне Волги куча воды,